Улыбка – залог успеха, девиз нашей современности. Спрос на услуги стоматологов возрастает с каждым днем, и уважающая себя клиника обязана идти в ногу с прогрессом в медицине. Только самые современные материалы и оборудование и сильнейшие специалисты – принципиальные правила работы клиники «Дантист». Среди уже опытных, проверенных лысковчанами врачей в клинике практикуют специалисты таких важных направлений, как детская стоматология и ортодонтия. Оба врача – аспиранты Нижегородской медицинской академии, а значит, лучшие из лучших. Люди, не случайные своей профессии, которых стараются заполучить лучшие клиники. Татьяна Балабина – любимый врач самых маленьких пациентов клиники «Дантист». В ее кабинет заходят уверенно и без страха. Знают, больно здесь не сделают. Как только ребенок садится в кресло стоматолога, сразу попадает в увлекательную игру, где вместо кариеса – смешные зубные червяки, а вместо бормашины – добрые пчелы. Вот это пчелка-мама. Ветерок чувствуешь? Вот таким ветерком мы с тобой будем прогонять нашего червяка. Вот эта пчелка-папа. Жужжит посильнее. Давай, пальчик. Щекотно? Мы, молодые начинающие, у нас есть небольшая перспектива в том плане, что мы хотим научиться и научить наших пациентов нас не бояться. Мы рассказываем сказку, что в нашем зубике поселился злой червяк с грязными сапогами. Что он в зубике проел себе прекрасную трехкомнатную квартиру и позвал туда своих друзей. И таким образом увлекаем ребенка в эту сказку. Врачи данной клиники как-то вот находят особенный подход к моему ребенку, что процесс лечения превращается в какую-то интересную игру. Цель детского стоматолога – убедить ребенка, что лечить зубы совершенно не страшно. Ведь негативный опыт посещения стоматолога в детстве может остаться на всю жизнь. Поэтому лечение становится приключением, в конце которого у маленького пациента появляются цветные пломбы и подарки-игрушки, которые он получает за храбрость. Никаких слез, только детские улыбки и желание прийти к врачу снова. Доченька, тебе понравилось? Не больно было? Ты не боялась? А что тебе подарили? Шарик? И блокнотик. Сфера детской стоматологии тесно связана с ортодонтией. Исправлением неправильного прикуса и положения зубов занимаются ортодонты клиники «Дантист», одним из которых является Сергей Беляков. В клинике этот специалист успешно работает уже 3 года и также является аспирантом Нижегородской медакадемии. Наибольший интерес у меня вызвала именно ортодонтия, поскольку тут каждый случай достаточно уникальный. И когда моя работа завершена, я получаю очень большое удовольствие от результата и от реакции своих пациентов. Брекеты бывают разные. Есть наружные, так называемые вестибулярные брекеты, есть внутренние лингвальные брекеты. Также они делятся по материалу, из которого сделан. Бывают металлические, пластиковые, керамические, сапфировые. В клинике «Дантист» Сергей Беляков успешно применяет свои знания в области стоматологии. Лучшей базы для практики молодого врача не найти. В нашем городе ортодонтические услуги оказывает только эта клиника. Ортодонты клиники «Дантист» готовы предложить вам брекет-систему различного вида, а также съемные ортодонтические аппараты, включая новинку – тренеры и капы различных функций. Кстати, заниматься ортодонтическим лечением можно в любом возрасте, начиная с 3 лет. И тогда красивая улыбка будет вам гарантирована. Специалисты клиники «Дантист», аспиранты, уже наработали постоянных клиентов как среди лысковчан, так и нижегородцев. И на сегодняшний день они заслужили главное – доверие между врачом и пациентом.